Ювентуса столько же забито на деле. Но до этого матча ни один из игроков Ювентуса не подождал ворота чаще 7 раз. Вот сейчас Понарелло стал лучшим снайпером. Посмотрите, какой удар и мяч. Ковачич пошел вперед и пас на Касано. Касано, Паласио, Паласио, гол! Гол! Давайте еще раз смотреть. Вот классный рывок Ковачич. Видите, может быть, немножко смутил защитников и вложил буквально Касано мяч в ногу своему партнеру. И причем пас получился таким, что, принимая мяч, Паласио одновременно уже его на ход себе пробрасывал. Выигрывать позицию единоборства на своей половине — это такой тревожный звоночек. Опасно! Гол! 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 Еще раз смотрим, это Видаль. Видаль, но здесь, конечно, никакого офсайда. Блестящий пас. Блестящий пас на Акваляреллу. И прострел, и Матри замыкает ближнюю штангу. Не ушел мяч, не ушел. Не ушел, видите. Гол абсолютно легальный. Все очень на тоненького.